не разделять людей на два лагеря. Обычных людей, которые не обличены властью, которые просто жители. У них свои семьи, у работников завода, их за это нельзя осуждать. И жителей также можно понять. Они там будут жить каждый день. Я там живу. Каждый день я должен дышать. У них своя горячая сетка. Они пойдут домой, отработают, уедут. Кто-то на УСТП, там, кто-то в Новотроицк, кто-то там в Акермановку поедет. Ну а для чего? Почему мы также должны под это подстраиваться?